Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы будем отвечать на вопрос, где находятся собеседники. На лекции чтения мы будем дополнять предложения правильным по смыслу вариантом из предложенных заданий. 보기. 내일까지 숙제를 꼭 내세요. 네, 선생님. Давайте для начала переведем диалог на русский язык. 내일까지 до завтра 숙제를 домашнее задание кок обязательно 내세요 сдайте. Завтра или до завтра обязательно сдайте домашнее задание. 네 선생님. Да, учитель. Итак, нам нужно ответить на вопрос, где находятся собеседники. Давайте посмотрим на ключевые слова. Ключевые слова в диалоге будут 숙제 домашнее задание и 선생님 учитель. Какие же из предложенных вариантов могут объединить эти два слова? Давайте посмотрим на четыре варианта. Номер один Пангцип хлебный магазин. Номер два Хотель гостиница. Номер три Кюсель класс. Номер четыре Пёнгон больница. Итак, домашнее задание и учитель относятся, конечно же, к школе или классу. Чондап. Значит, правильный ответ номер три. Кёсель. 7번. 빨리 오세요. 영화가 곧 시작해요. 네, 지금 가요. Давайте переведем на русский язык. 빨리 오세요. Быстрее идите сюда. 영화가 곧 시작해요. Кино сейчас начнется. 네, 지금 가요. Да, уже иду. Ключевые слова в этом диалоге будут 영화, кино, и 시작, начинается. Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 극장, кинотеатр. Номер два. 서점, книжный магазин. Номер три. 약국, аптека. Номер четыре. 시장, рынок. Итак, у нас два ключевых слова. Это кино и начинается. Значит, собеседники находятся в кинотеатре. Чондап. Это номер один. Кыкчанг. 8번. 이 바지 입어볼 수 있어요? 네, 이쪽으로 오세요. Давайте переведем диалог на русский язык. 이 바지 입어볼 수 있어요? Можно померить эти брюки? 네, 다, 이쪽으로 오세요. Идите сюда. Давайте выделим ключевые слова. Это будут 바지 брюки и 입어볼 수. Можно ли померить? Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. 옷가게 магазин одежды. Номер два. 신발가게 магазин обуви. Номер три. 모자가게 магазин шляп. Номер четыре. 안경가게 магазин очков. Итак, где же можно померить брюки? Это, конечно же, в магазине одежды. Чондап. Наш правильный ответ номер один. 옷가게. 9번. 어떻게 해드릴까요? 짧은 머리로 해주세요. Давайте переведем диалог на русский язык. 어떻게 해드릴까요? Как вас подстричь? Хетерида означает «как вам лучше сделать». Но давайте посмотрим. Нам ответила девушка «цальбен мори ру хечусео» – «сделайте короткую стрижку». В этом случае «оттуке хетерикайо» переводится как вас подстричь». Итак, ключевые слова «хетерикайо» – «как вас подстричь» и «цальбен мори» – «короткая стрижка». Теперь давайте посмотрим на четыре варианта ответов. Номер один. Сетаксо – химчистка. Номер два. Учегук – почта. Номер три. Мионгсель – парикмахерская. Номер четыре. Пёнеджом – круглосуточный магазин. Итак, короткую стрижку можно сделать где? В парикмахерской. Чондап. Правильный ответ номер три. Мионгсель. 10번. 여권 만들 거예요.
잘 찍어주세요. 네, 여기 보세요. 찍습니다. Давайте переведем диалог на русский язык. Йокон мандыл коэо. Я буду делать паспорт. Чаль чиго чусея. Сфотографируйте хорошо, пожалуйста. То есть сфотографируйте меня красиво. Не, йоги пусеё. Да, смотрите сюда. Чиксымнида. Фотографирую. Ключевые слова будут в этом диалоге Йокон мандыл, то есть я буду делать паспорт, и чиксымнида. Фотографирую. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. Саджингуан – фотоателье. Номер 2. Тусогуан – библиотека. Номер 3. Пангмульгуан – музей. Номер 4. Мисульгуан – художественная галерея или выставка картин. Итак, где же можно сфотографироваться на паспорт? Это, конечно же, будет фотоателье. Чаунгдап. Правильный ответ номер 1. Саджингуан. В этом задании нам нужно вместо скобок подобрать слово, которое подходит по смыслу так, чтобы закончить предложение. Давайте переведем текст на русский язык. В этот раз текст состоит из двух предложений. Первое предложение. Чонен, я, скобки, э, касымнида. Я пошел или я пошла, скобки. Второе предложение. Чегэль сасымнида. Купил или купила книгу. Итак, я пошел и купил книгу. Теперь давайте посмотрим на наши ключевые слова. Во втором предложении есть слово чег, книга. Это и есть будет ключевое слово. Нужно будет подумать, где можно купить книгу. Скорее всего, в книжном магазине. Но давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. Кыкчанг – театр. Номер 2. Сочом – книжный магазин. Номер 3. Кунгон – парк. Номер 4. Сетаксо – химчистка. Итак, наш вариант ответа как раз и был Чонгдап номер 2. Сочом. Получается Чонэн – сочоме касымнида. Я пошел в книжный магазин, чегэль сасымнида, купил книгу. Давайте переведем на русский язык. Первое предложение. И сарамэн хэсаонимнида. Этот человек – офисный работник. Второе предложение. Хаксэнь, скобки, анимнида. По-русски это будет «он не студент», скобки. Итак, у нас давайте посмотрим на 4 выбора ответов. В этот раз немножко будет у нас грамматики. Номер 1. И. И – это окончание именительного падежа. Прибавляется к существительному либо и, либо га. Номер 2. И. И – это окончание, обозначающее принадлежность кому-то, чему-то, которое тоже прибавляется к существительному. Номер 3. Эль. Эль – это окончание винительного падежа, которое прибавляется к существительному и обычно прибавляется либо эль, либо рэль. Номер 4. Ква. Ква – это окончание, но у него есть смысл, и переводим мы на русский язык, как «вместе» или «вместе с кем-то». Итак, у нас 2 предложения. Этот человек – офисный работник. Он не студент. Студент будет именительный падеж. Он не кто, что именительный падеж. И среди 4 вариантов у нас есть как раз окончание именительного падежа. Чонгдап – это номер 1. И. И получается такое предложение. Хаксэни анимнида. Он не студент. Теперь давайте посмотрим на 3 других варианта. Мы знаем, что в номере 2 «ы» – это окончание, обозначающее принадлежность кому-то, чему-то. И если мы скажем «и хаксэне чегимнида», это означает, что эта книга принадлежит этому студенту. Теперь давайте посмотрим на 4. 4 у нас было окончание «ква», которое переводится как «вместе» либо «вместе с кем-то». И если мы скажем такое предложение, как «хаксэнгва хамкэкайо»,
то переводим как «идем вместе со студентом». Давайте переведем на русский язык. Скобки «을 안 가지고 왔습니다». Скобки «не взял» или «не взяла» с собой. И второе предложение «지금 돈이 없습니다». «Сейчас нет денег». То есть этот человек что-то не взял с собой, и из-за этого у него с собой нет денег. Давайте подумаем, куда можно положить деньги. Скорее всего, либо это кошелек, либо это сумка. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. Ангён – очки. Номер 2. Сачон – словарь. Номер 3. Усан – зонт. Номер 4. Чигап – кошелек. Мы нашли с вами правильный ответ. Чонгдап – это номер 4. Чигап – кошелек. То есть человек не взял с собой кошелек, и у него нет денег. Поэтому предложение будет звучать так. 지갑을 안 가지고 왔습니다. 지금 돈이 없습니다. Давайте переведем на русский язык. 교실에 학생이 없습니다. В классе нет учеников. 그래서 скобки. Поэтому скобки. Итак, в классе нет учеников, поэтому что же там происходит? Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. Епымнида – красивый. Номер 2. Чаксымнида – маленький. Номер 3. Чойонхамнида – тихо. Номер 4. Какапсымнида – близко. Итак, в классе нет учеников, поэтому что-то может произойти. Там, скорее всего, тихо. Чонгдап. Правильный ответ номер 3. Чойонхамнида. Получается, 교실에 학생이 없습니다. 그래서 조용합니다. Давайте переведем на русский язык. 우리는 скобки 만났습니다. Мы скобки встретились. Второе предложение. 인사를 했습니다. Поздоровались или как представились. Теперь давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. Ама. Может быть. Номер 2. Чаом. Впервые. Номер 3. Азик. Еще не. Номер 4. Пёльё. Не, либо не очень. Итак, у нас было предложение «мы встретились» и второе предложение «поздоровались», но в смысле как «представились», «представились друг другу». Получается, что эти люди встретились впервые. Чонгдап. Поэтому правильный ответ номер 2. Чаом. И получается такое предложение. Уринен чаом манасымнида. Мы впервые встретились. Инцарель хесымнида. И представились друг другу. Давайте переведем текст на русский язык. Хаккё аппесо яксоги исымнида. У меня назначена встреча, или можно сказать, у меня встреча перед школой. 그래서 поэтому 친구를 скобки, поэтому скобки друзей. Итак, у этого человека назначена встреча перед школой. И что же он там делает? То есть он поэтому там что-то друзей. Давайте узнаем это и посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. 기다립니다. Жду. Номер 2. 도와줍니다. Помогаю. Номер 3. 좋아합니다. Нравится. Номер 4. 가르칩니다. Обучаю. Итак, этот человек находится перед школой, поэтому он что делает? Он ждет друзей. 정답. Правильный ответ номер 1. 기다립니다. И у нас получается такой текст. 학교 앞에서 약속이 있습니다. 그래서 친구를 기다립니다. Давайте переведем на русский язык. И кереми маме скобки. Это картина моей душе, и дальше идут скобки. Игосель сагосипсимнида. Я хочу ее купить. Итак, этот человек хочет купить картину, потому что она его душе, и дальше нужно найти правильное слово по смыслу. Давайте посмотрим на 4 варианта ответов. Номер 1. Тымнида – нравится. Номер 2.
남니다 появляться. Номер 3. 옵니다 приходить или идти. Номер 4. 잡니다 спать. Итак, этому человеку душе что может делать? Картина нравится. 정답. Правильный ответ. 듭니다. Получается такое предложение. 이 그림이 마음에 듭니다. Эта картина мне нравится. Прежде чем закончить это задание, давайте немножко посмотрим на 4 вариантов ответа. Итак, в первом случае у нас было слово «тымнида» – «нравится». Но запомните, есть такое выражение, как «моей душе нравится» – «мауме тымнида». И если вы увидите слово «мауме», значит за ним должно следовать слово «нравится тымнида» либо «не нравится» – «тыльди анцимнида». А во втором варианте ответа у нас было слово «намнида». «Намнида» очень часто используется с другими словами. Например, если вы услышите «сэнгаги намнида», это переводится как «вспомнить что-то». И это выражение нужно запомнить. Также есть выражение «нунмури намнида». Переводится как «выступают слезы». И тоже эти два слова используются часто вместе. Омнида в третьем варианте переводится как приходить или идти. Например, сонсэними омнида – учитель приходит. Пига омнида – дождь идет. И в четвертом варианте тямнида – спать. Но часто есть такое выражение в корейском языке, когда говорят тямль тямнида. И переводится оно как просто спать. То есть эти два слова переводятся одним словом Сегодня на лекции аудирования мы с вами научились определять место диалога по ключевым словам. Многие ключевые слова – это имена существительные и глаголы, обозначающие действия. Такие как «영화 시작합니다» или «찍습니다». Сегодня на лекции чтения мы с вами научились подбирать правильные слова и окончание слов вместо скобок в предложении. Так как в этот раз в тексте было всего по 2 коротких предложения, нужно было обращать внимание на все слова. Также, чтобы правильно выбрать окончание у корейских существительных, нужно хорошо понимать падеж, именительный и винительный, а также смысл других окончаний. Спасибо и всего вам хорошего!